Привет, с вами Вилском, вы прочитали название видео, не берите iPhone 13, возьмите лучше 13 Pro, и это не кликбейт, не сарказм, не что-то подобное, я реально так думаю, и сейчас объясню почему. Фиг его знает, 12 iPhone был очень хорош, и как раз 12 Pro как будто брать смысла не было. В этом году ровно наоборот. Заваривайте чаек, возьмите что-нибудь вкусного пожевать, и поехали.